Добрый день, уважаемые ребята, зрители, гости. Мы все хорошо знаем, что 2022 год объявлен годом культурного наследия России. И наше сегодняшнее мероприятие «Урок-концерт» мы посвящаем замечательной теме, теме культуры казачества, жанры казачьих песен. Мы с вами живем в замечательной великой стране, которая называется Россия. Но у каждого из нас в сердце живет еще маленькая родина, которую мы называем Кубань. Казаки умели и воевать, и отдыхать, и работать, и праздновать. И еще они были истинными сынами своего отечества. Чтили и соблюдали традиции своего рода. А как ребята называют человека, который любит свою родину и готов жизнь за нее отдать? Ну как ребята называют человека? Патриот, ребята, правда? Патриот. А песни, которые написаны про родину, о любви к ней, какие они? Патриотические, правильно, ребята, молодцы. И даже у нашей маленькой родины есть такая замечательная песня. Она, ребята, была впервые опубликована в далеком 1915 году в Кубанском казачьем вестнике. И она была написана на слова стихотворения Константина Образцова в далекой Турции. И была именно посвящена такой, знаете, своеобразной весточкой родным на кубанскую землю. И вот именно эта песня замечательная «Ты Кубань, ты наша родина» и стала гимном Кубани и стала ее символом. Ребята, ну мы с вами уже обратили внимание, да, что песни выражают жизнь казаков. Они изображают, как они жили, их традиции, обычаи. И как вы думаете, какая самая популярная деятельность была у казаков? Песни, правильно, молодцы ребята, да? То есть казаки любили петь. И умение играть эти песни, это было прямо вот, знаете, неотъемлемой частью. Именно не петь, ребята, а играть эти песни. А кто же создавал песни, ребят? Народ. Народ. Молодцы, ребята.
песни создавал народ. Создавали те, которые не мирились с рабством, которые не мирились с несправедливостью. Не зря смысл слова «казак» — это вольный человек. И сейчас наша старшая группа фольклорного отделения исполнит замечательную песню «Казачье братство». Песня – это не писанная, а спетая история народа. Так говорили классики, и они были правы. Известный писатель, фольклорист, собиратель песен казачьих Андрей Сергеевич Кабанов говорил: «Если вы услышите, как кто-то запел казачью песню, да еще стройно и свободно, эта песня становится частью вашей жизни». Даже если по происхождению вы не казак. Такое чувство единения возникает, причем с каким-то интересным, сильными, красивыми предками, с какой-то очень значительной культурой и традициями. Это вас охватывает целиком, и вы уже не можете не изучать эту культуру, не пробовать воспроизводить эту сочную, яркую традицию. И сейчас, ребята, я попрошу вас исполнить прекрасную, замечательную песню «Кубань-земля». Здравствуй, моя родина, здравствуй!
было песен, посвященных Родине. Но также, ребята, большой составляющей фольклора народного казачьего были плясовые. Плясовые песни занимали очень огромное место и важное в жизни казаков. Само даже название «плясовые» включало в себя и петь, и танцевать. Поэтому сейчас я бы хотела пригласить нашу младшую группу малышей, и они исполнят замечательную плясовую песню «Ой, на горке Калина». Замечательную плясовую песню «Я на печке молотила». Я на печке молотила, наша с дочки белья лазила.
Следующая очень важная часть, составляющая фольклор казаков, были военные песни и бытовые, походные песни. Они занимали неотъемлемую часть их жизни, так как большую часть жизни казаки проводили в походах, на войне, защищая отчизну и родную землю. И говоря об этих песнях, можно сказать, что они передавали казачий дух, казачью удаль, тоску по родной земле, по родному отчему дому. Все то, что могла передать казачья душа, все это передавалось также и в походных песнях, которые были очень известны, их часто исполняли, пели именно вот на военных действиях или собираясь куда-то на войну воевать на границе нашей великой Родины. И сейчас наша младшая группа исполнит замечательную песню «Как стояли возле бухты». Говорят, у казаков, знаете, какая песня? Бесконечная, протяжная, напевная. Конечно, основу казачьих песен составляет мужское многоголосие. Но не обходится и без женских партий, которые сопровождают и суровые былины, и лирические, и протяжные песни, баллады. Казаки протяжно, напевно и красиво рассказывают об исторических событиях своей Родины, о каких-то неповторимых моментах, о том, что уже прошло, о делах давно ушедших лет. Об этом говорит нам баллада «Упали могила». Я не чернила.
Спасибо, ребята. Конечно, одним из самых таких, знаете, духовных пластов, которые занимает казачье творчество, это лирические песни. Они появляются в совершенно различных жанрах. Это и свадебные, и плясовые, это и обрядовые. И они живут в народе испокон веков, передавая традиции именно души казачьего народа. И сейчас Воробьева Олеся исполнит нам замечательную песню «Цветы луговые». Да, конечно, казачья песня – это идеальное выражение казачьей души и истинное отражение судьбы народа. Передаваясь из поколения в поколение, отражая подлинные события, рассказывая о настоящих живых людях, которые жили когда-то, чувствующих ответственность за свою родину, песни являются проводником от наших предков к нам, молодому поколению. И наша задача с вами сохранить эти традиции и передавать их от нас к детям, и чтобы наши дети передавали их своим детям. И так не прервется эта неповторимая, тонкая нить, невидимая, которая будет соединять нас с нашей историей, с нашими предками, с нашей маленькой, замечательной, прекрасной родиной, дружной, Краснодарским краем, нашей Кубанью. И сейчас наши детки все вместе, и старшие, и младшие, завершат наш замечательный урок-концерт песней «Казачата, казаки». Thank you.
У меня она, вишня у окна. Прямо у дверей золото полей, дума вековая стройных тополей. Здесь моя тропа пролегла в хлеба, здесь моя судьба, радость и борьба. Здесь мои друзья, здесь моя семья. Большего не скажешь, здесь Кубань моя. Ребята, я благодарю вас за замечательные песни. Я благодарю всех тех, кто пришел к нам на урок-концерт. Благодарю замечательную нашу Наталью Ивановну, что она воспитывает таких прекрасных детей. Благодарю нашу администрацию, что они способствуют и развивают такие таланты. Родители, естественно, огромная благодарность, что у них хватает сил, терпения воспитывать нынешнее поколение, очень сложное, трудное. И хочу вам сказать огромное спасибо, ребята, за ваши песни. Ну и я думаю, что у нас будет еще не один такой урок-концерт, потому что казачья культура, она очень многогранна, очень богата, и можно сделать много-много замечательных уроков и радовать этими уроками-концертами наших зрителей. Спасибо большое, ребята!